Победитель всероссийского этапа по химии – ученик из Ноябрьска. Олимпиада проходила в Курске. Наш город представляли там два ученика из первой гимназии. Это Артем Бойчук и Александр Василюк. Оба выступили достойно и стали обладателями президентской премии. Артем победил среди 11-классников, а Александр стал призером Олимпиады. И тот, и другой ученики Александра Лисича. Уже через два дня Артем Бойчук полетит в Ташкент на международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии. Кстати, вопрос, куда поступать учиться, перед молодым человеком уже не стоит. По результатам Всероссийской олимпиады прошлого года, а тогда он стал победителем среди 10-классников, Артем уже завоевал право без вступительных экзаменов стать студентом Московского государственного университета. Есть какие-то задачи, которые невозможно решить на максимальный балл, по крайней мере. Есть все равно сложный момент, но они в любом случае будут. Каждый год там тоже, знаете, преподаватели, они там стараются составить такое что-нибудь ядреное такое, чтобы никто не порешал. Поэтому сложности всегда возникают, конечно, при решении. Они гораздо выше уровнем. Они больше нацелены на то, что ты уже знаешь химию в основах. Ты умеешь уже определять вещества, определять элементы, находить нестандартные методы решения задач. Я не доработал немного. Не все правильно сделал, не все доучил. Плюс были ошибки по невнимательности, ошибки вычислительные, глупые ошибки. Но все эти ошибки проанализируем с преподавателем и постараемся исключить их в следующем году.